Добрый вечер, дорогие наши радиозрители и видеослушатели. В программе радио, на радио Media Matrix, в программе «Хобби и ты» у нас сегодня замечательный гость. Мы возвращаемся к нашим истокам. Руководитель арт-проекта «Тенора 21 века», руководитель театра «Новая опера» Дмитрий Александрович. Все-таки скажу Александрович Сибирцев. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Ну что, со зрителями нашими поздороваться. Ну, во-первых, я всех очень рад видеть. Приятное завершение тяжелого трудового дня. И где его провести, как не здесь. Так что добрый вечер всем. Я думаю, что нам будет всем очень интересно вместе. Спасибо, Дмитрий, что нашли время и возможность к нам прийти. И у нас традиционный вопрос. Так как по теме нашей передачи, что называется, в лоб. Вот ваше определение хобби. Просто определение, не касательно вас даже. Ну, достаточно такое спокойное определение, потому что хобби – это то, чем мы мечтаем заниматься всю жизнь, вот, но занимаемся только время от времени. Потому что, когда хобби совпадает с работой, наверное, это какое-то отдельное взятое счастье. Я все время пытаюсь этого достичь, но, наверное, сам себя обманываю, поэтому у меня не получается. Ну вот, а в детстве мечтали? В детстве я мечтал, ну, в конце концов, кое-что все-таки сбылось. Я мечтал стать футболистом. И даже громко заявил об этом своей матушке, сказал, что я пойду в футбольную школу. Переубедить меня было очень трудно, и мы действительно пошли в футбольную школу в воскресенье утром, когда она была закрыта. Мама развела руками, сказала, что, ну ты понимаешь, завтра моя очередь, пойдем в музыкальную. И на следующий день я поступил в музыкальную. Вот. Но, в конце концов, футбол меня все-таки догнал в моей жизни и даже стал на некоторое время профессией. Вот. Это была вот такая страсть, любовь, которую я, наверное, сохранил всю жизнь, хотя она мне принесла очень много разного, в том числе и, наверное, очень неприятного. Но это связано, прежде всего, со здоровьем, с травмами и с прочими всякими делами. Но вот будучи музыкантом, я все время пытался доказать, что играя одновременно на рояле, можно стоять в воротах. Это было 10 лет назад это закончилось. А, ну, я вот верю в это, потому что у меня была как раз 10 лет назад удивительная история. Там друг моих родственников, молодой человек, ему 17 лет тогда было. И в разговоре он сказал, что, знаешь, говорит, у меня выбор сейчас стоит. Ну, я думаю, ну какой выбор, куда поступать у молодого человека? Он говорит, я вот думаю, куда пойти. Меня приглашают, мне или в дубль Спартака идти, или в консерваторию поступать по классу скрипки? Ну, не знаю, я всю жизнь пытался выбрать, ну, правда, не дубль, а хотя бы вначале дворовый уровень, а потом уже, когда я попал участь в консерваторию в Екатеринбурге в профессиональную футбольную команду, когда на зимнем каком-то турнире, совершенно заштатном, таком городском, вдруг меня неожиданно заметил тренер команды высшей лиги по мини-футболу и пригласил на сбор. Это для меня был такой праздник, что я даже сразу взял академический отпуск в консерватории. Вот, и стал играть в футбол, закончил консерваторию уже только тогда, когда, в общем, так серьезно поломался и первый раз. И в конце концов пришел обратно к музыке. Вот. Но в детстве, ну, понимаете, это же совершенно потрясающее ощущение. То есть я говорю, что я занимаюсь дома, играю на пианино, слушаю пластинки с классической музыкой, мама в это время на работе, иногда пытается мне позвонить, я кладу трубку на занято, сам убегаю во двор играть в футбол, возвращаюсь весь грязный, сам быстро пытаюсь постирать то, что я испачкал, положить за батарею. Следы преступления. Ну, конечно, да. И, в общем, это непередаваемое ощущение. Вот, потому что то, чем нам, ну не то, чтобы не дают, меня всегда, в общем, поддерживали в моих спортивных таких начинаниях, но все равно это же было как развлечение. Развлечение же мы всегда любим больше, немножко больше. Вот. А потом уже, конечно, приходит осознание того, что та профессия, которой мы занимаемся, наверное, это и есть основное дело. Но вот такая любовь, она не уходит. Это при том, что вы из такой прям
очень музыкальной семьи. Очень. Да, там очень. Если с дедом... У меня дедушка играл в футбол за сборную города Серпухова до того момента, как научился нормально держать баян в руках, и потом уже пошел в краснознаменный ансамбль и стал там работать. Его сын, мой родной дядя, тоже, который прошел через весь краснознаменный ансамбль, он-то меня и научил, приучил к футболу, когда, невзирая на все запреты родителей, что мальчику-то надо спать, я помню первый чемпионат мира 1974 года с Йоханом Кройфом. Германии. Да, и когда я вот это увидел, вот эти первые 14 секунд матча с Германией, вот этот выход на пенальти, передачи, которые в одно касание делали, все, для меня сразу сборная Голландии на всю жизнь, тренировка ударов с левой поворотом на даче, и больше ничего не существует. У меня потом отец, иногда даже хватал моего дядю за грудки и говорил: ну что ж ты, гад, делаешь, ну ты же ему все испортил, он уже кроме футбола ничего не знает и не хочет видеть. Но я мальчик музыкально был достаточно способный, поэтому до поры до времени хватало вот таких моих просто, ну, немножко позанимался и уже готов к уроку. А потом, конечно, уже пришлось трудиться. Но я хотел сказать, что футбол, потом уже, когда он стал профессией на какое-то время, он как раз меня научил трудиться так, как я раньше никогда не делал. Потому что трехразовые тренировки, весь этот, в общем-то, ужас, когда можно было его возненавидеть, он потом меня привел к тому, что я мог по 8-10 часов сидеть за инструментом, играть на рояле. И, ну, в общем, это очень хороший был опыт в моей жизни. Ну, то есть спортивная школа помогла музыкальной? Она помогла музыкальной, я пытался все это совмещать. Вот. Ну и, конечно, наверное, почему получилось все-таки это профессионально, потому что, ну, я все-таки уехал из Москвы, я учился на Урале, в Свердловской консерватории, там я был предоставлен сам себе и мог все-таки выбирать. А уже потом, когда вернулся, вначале к отцу в Самару, а потом в Москву, ну, это мне, наверное, все-таки, я считаю, что мне очень помогло в моей будущей профессии. Характер... Ну, а, знаете, из ворот командовать-то легче. Да, партнером. Правда, я очень хорошо помню, была совершенно потрясающая история, когда мы с одним юношей играли уже не за команду высшей лиги, а я на излете своего состояния в той команде. Нет, ну не карьеры, просто я получил такую небольшую травму, она мне не позволяла играть, но меня послали все равно с ней играть за вторую команду вот института УПИ. И там было, половина играла ребят действительно профессиональных, тех, кто не входил в основной состав, а половина была серьезно настроенных студентов. И вот один из таких студентов УПИ, который очень хорошо играл в футбол, мы приехали на турнир в Оренбург, а так как я все-таки к консерватории имел отношение, я говорю: а я вот хотел бы все-таки зайти еще в музыкальное училище оренбургское, там поговорить про... что я еще вот читаю лекции по оперному искусству. Меня все, вообще ребята с ума сходили, когда я мог с концерта или с экзамена прийти там чуть ли не в смокинге с бабочкой и потом быстро надеть вратарскую форму. Это отдельная история, это совершенно потрясающая вещь, воспоминания. Вот. И этот мальчик говорит: а у меня как раз тетя, я же, говорит, сам изначально из Екатеринбурга, у меня тетя работает в музыкальном училище. Вот. Я говорю: ну давай я пойду. И мы пошли, я долго с ней разговаривал на музыкальные темы, на совершенно какие-то вот такие высокие-высокие, про оперу, про историю, про 400 лет этого жанра, про все что угодно. А потом он вечером их пригласил на футбол, и я из ворот командовал своими партнерами. Она говорит: слушайте, ну у вас прекрасный вратарь, но я такого мата, она говорит, я не слышу. А попробуйте объяснить защитнику быстро. Ну, понимаете, да? Ну вот и все. Тоже играл, как бы, в детстве, поэтому да. Ну вот такие метаморфозы происходили, конечно, ну, воспоминаний на всю жизнь. То есть свободно владеете несколькими языками. Да. Понятно. А можно я спрошу? Я закончу только вот эту фразу. Да, я вот эту чтобы закончить. Да, вообще. 74-й год, это вот Голландия, я помню, это. Вернее, я это не помню, кстати. Трагедия голландцев, а она просто повторилась, вот это уже я помню, в 78-м году она повторилась просто.
еще раз. Она повторилась. Я тогда, мне тогда было уже практически 10 лет, когда был чемпионат. Я никак не мог понять, почему Кройф не играет за Голландию в 78 году. Я не понимал, что случилось, почему мой любимый футболист не выходит в Аргентине играть на чемпионате мира. Но это сейчас я все понимаю. И когда сам играл в договорных матчах, и когда сам понимаю, что вообще происходит, какие конфликты бывают между тренером и игроками, все это теперь стало понятно. А в опере как? А в опере то же самое. Я же директор театра, поэтому я же прекрасно понимаю, что конфликты бывают и с солистами, и с главными специалистами. И у меня в этом плане хорошая родословная. Папа же 11 лет руководил Самарским театром оперы и балета. И я, в общем, подсматривая за ним, я какие-то вещи просто перенял. Я был готов к каким-то тяжелым разговорам, тяжелым диалогам. Вот. Хотя, может быть, нам с ним, с одной стороны, легче. Мы принимаем и понимаем природу певцов, артистов, потому что сами действующие артисты, выходящие на сцену, но в то же время нам и труднее, потому что со всеми этими артистами нас связывают не только уставные отношения, нас связывают еще и, в общем-то, какие-то творческие общие мысли. Мы очень часто сосуществуем вместе на сцене, и вести себя по отношению к некоторым как директор с подчиненным, это очень трудно. Я это видел именно вот на примере отца. Вот. Но считаю, что мне действительно повезло, что в какой-то момент жизни он оказался настолько рядом, что многому меня научил. Жень, я закончил с футболом. Вы очень классно поговорили про оперу, мне нечего добавить. Я вот единственное хочу спросить. Смотрите, есть музыканты, которые собирают стадионы, их становится меньше. Mm-hmm. Так? Опера – это жанр более долгожитель, более камерный жанр. У меня в связи с этим как бы противоречивое восприятие, это у многих это ассоциируется с каким-то достаточно скучным, камерным, несовременным, но зато вечным. У меня вопрос это два. Первый вопрос это почему все-таки опера, так? И почему ваш выбор остановился на этом, Дмитрий, это раз. И второе, кто вы больше? Все-таки творческая единица, как творческая единица, либо вы администратор, продюсер, начальник, руководитель, так сказать. Что, какое начало здесь превалирует? По должности и по тому, как первая фотография в детском саду, которая у меня была. Это была фотография с часами в пиджачке и вот так за столом. Мне сказали, будущий директор. Это прямо без равных. Вот я, наверное, это запомнил. И, конечно, и от мамы, и от отца люди сильные, как говорят, два льва, одного 2 августа, у другого 5, как они уживаются. Я говорю, они не уживаются. Вот. Наверное, у обоих я почерпнул вот какое-то личностное начало. Тем более родители меня воспитывали именно в том ключе, что самое главное это в человеке, это чувство его собственного достоинства, это какие-то вот лидерские такие качества и так далее. Поэтому, наверное, это все пришло. И это отражалось и в спорте, и в музыке. Вот, хотя я, в общем-то, абсолютно командный человек, но, безусловно, мне кажется, что я периодически могу как-то рулить процессом и включить директора. Конечно, все-таки я могу ответить так на этот вопрос, что если бы у меня стоял бы выбор или, я бы пошел на сцену. То есть до той поры, пока я могу совмещать свое собственное творчество с административной деятельностью, я это делаю. Пока мне хватает сил вставать там в 6 утра и до 10 часов заниматься на инструменте или вокалом, или еще что-то, потом садиться в директорское кресло, заниматься непосредственной работой, а вечером я выхожу на сцену или в свободный от концертов дней, вечеров, вот так приятно провожу время, как сегодня с вами, тогда, если у меня на все это не хватит сил, я оставлю вот это утреннее и вечернее. То, что будет в середине дня, оно, наверное, тогда может уйти в корзину. Но сейчас пока этих сил хватает, и, в общем-то, наверное, хватает умения это
совмещать, достаточно четко организовав, распределять. Организовав свой день, получив помощники людей, которые способны отвечать за многое, что происходит в таком непростом организме, как театр. И, ну, пока, слава богу, незаметно прошло 4 года. Поэтому вот я попробовал так ответить. А с другой стороны, конечно, ну, иногда задумываешься о том, что, конечно, придет время, когда, как любой действующий артист, надо будет сказать всем спасибо, я перехожу на тренерскую работу и так далее. Но пока этих сил хватает. Только я вот все время разрываюсь между тем, играть ли мне на рояле или выходить в качестве помощника своим певцам в коллективе, которым я помимо этого руковожу творчески, потому что все равно... Что такое творческий руководитель? Ну, вот, знаете, вот как, интересно. Вот говорят, вот вы директор, значит, вы должны прежде всего следить за тем, чтобы у вас не падали сосульки с крыши, чтобы у вас не текло во времена дождей, чтобы все унитазы были за это начищены, чтобы все блестело, все было хорошо, и в буфет театральный вам поставляли хорошие продукты. Вам хорошие поставляли? Безусловно. Ну, по крайней мере, лучше, чем когда-то. Так скажу. Вот. Хотя нет предела совершенству. И нет такого артиста, который был бы одинаково доволен всем. И я сам, когда захожу, я прекрасно понимаю, что вот сегодня вот это могло бы быть получше и так далее. И как действующий артист я отмечаю какие-то такие моменты. Но я, мой тип директора все равно он больше, наверное, есть такое понятие в Европейском оперном театре, это интендант, который руководит всем процессом, в том числе и руководит творческим процессом. В нашем театре есть, в нашем оперном театре вообще, я не говорю театр новой оперы, есть такое понятие, что отдельно существующий художественный руководитель театра и при нем директор-администратор, так как по уставу нашего театра новой оперы у нас единоначалие, я называюсь директором, выполняя, наверное, практически все функции. Ну, периодически меня в этом обвиняют и пытаются говорить, что я занимаюсь немножко не своим делом. Ну, так, а вот что такое творческий руководитель? Вы их как кукол там переставляете на сцене, этих артистов, или как? То есть вообще вот творческое руководство – это что? Это единая идея или это, так сказать, попытка лучшие, так сказать, самые талантливые, самые яркие черты артистов гармонизировать в каком-то процессе. Вот что это такое, как это на практике осуществлять? Потому что они же все личности, они же все непростые, да. И так далее. Они очень непростые, и все думают, что они каждый из них самый лучший на свете артист, тем более это певцы. Угу. Вот это, как я всегда говорил, это не профессия, это диагноз, поэтому это достаточно тяжело. Как с этим работать? Практически? Практически я, конечно, не расставляю людей по сцене. Безусловно, это существуют и режиссеры, и помощники режиссеров. Музыкально с артистами работают концертмейстеры и дирижеры. Это все безусловно понятно. Я определяю глобально творческую политику театра. Я определяю репертуар на ближайшие сезоны, те премьеры, которые будут существовать в театре, ставятся. Вот. И безусловно, я это делаю, исходя из тех возможностей, которые есть. И в чем состоит вот это творческое, вот это ваше кредо? Я оцениваю каждого артиста, в общем-то, отдельно. Считаю, что каждый сезон, прожитый им в театре, должен быть для него интересным и успешным. Пытаюсь сделать так, чтобы он свои самые лучшие качества проявил на сцене, и, естественно, чтобы это было каким-то образом совмещено с интересами еще других артистов. Или зрителей. Ну, зрители – это вообще счастье, потому что по тому, чем мы занимаемся, мы следим не только за тем, чтобы у нас заполнялся зал и была полная касса, но и мы несем какую-то все-таки просветительскую функцию. Мы иногда идем на то, чтобы ставить, допустим, редко исполняемые произведения, те, которые удовлетворяют вкусам вот небольшого количества
народа, и если иначе во всех театрах будет идти только Евгений Онегин, Пиковая дама и Кармен. А чем одной фразой, да, чем одной фразой можно сказать, что ваш театр, вот несколькими короткими фразами, чем ваш театр отличается от остальных оперных театров? Какой продукт он дает, чего не дает ни один другой коллектив? Ну, мне кажется, со мной могут поспорить, мне кажется, он дает, наверное, самое высокое музыкальное качество сейчас, которое есть здесь. Могу спорить. Вот так? Да, потому что, отвечу так, 20 солистов новой оперы постоянно поют спектакли Большого театра. Значит, не все ладно. То есть к вам идем за лучшим качеством? Думаю, да. И за репертуаром, которого в обычной афише нет? Ну, тут все равно какие-то спектакли идут во всех театрах, но мы находимся в таких хороших отношениях с директорами наших других московских театров, что мы все-таки договариваемся о том, что я в этом году ставлю одно, театр Станиславского картинный сговор. Другое. Да, ну понимаете, ну... Сообщество все-таки надо. Знаете, ведь самое гениальное, когда существуют вот эти датские спектакли, когда мы все отмечаем юбилей какого-нибудь композитора, и вдруг неожиданно все решили 6 июня к юбилею Пушкина поставить Евгения Онегина. Ну, чушь полная вообще. Ну, нельзя. Это, во-первых, это кошмар для зрителей, для критиков и так далее. У нас недавно было совещание директоров театров, и решили не ставить спектакли, но провести такую акцию. Не знаю, будет это или нет. В один день во всех московских театрах друг за дружкой в разное время, начиная там с 10 или 11 утра, поставить, потому что в каждом театре он идет, Евгений Онегин, поставить Евгения Онегина. И, ну, просто такой марафон получается. Марафон Онегина. Я думаю, что это, конечно, может не состояться, хотя идея сама потрясающая. Вот. Но мы с Владимиром Георгиевичем Муриным, директором Большого театра, я говорю: Владимир Георгиевич, у нас есть только одно условие. Он говорит: какое? Я говорю: во всех спектаклях поет Василий Ладюк, это наш баритон, который поет одновременно Онегина в нашем театре, поет его в Большом театре и совершенно спокойно может петь во всех остальных. Тут он уже парировал, он говорит: хорошо, но наш Онегин будет последним. То есть вообще мне очень нравится наше общение с людьми, которые действительно тоже очень интересные как личности, как творческие единицы, потому что, ну, Дмитрий Александрович Бертман, Георгий Исаакян, до последнего времени Ара Карапетян, а сейчас Гейтман, я думаю, мы с ним, с Антоном Александровичем тоже будем иметь много интересных бесед и о чем-то договариваться, так что... На мой взгляд, сейчас вот в этом большом мире оперы, московском, мы очень хорошо все уживаемся, и тот человек, который сегодня хочет пойти на Дмитровку, он идет на Дмитровку. Тот, кто хочет идти к нам в каретный ряд, он идет к нам. Это нормальная практика. И у вас аншлаги бывают? Очень давно... Я так скажу, у нас бывают не аншлаги. Но аншлагов много, действительно много, они разные по своему качеству. Бывают такие аншлаги, когда мы реально продаем все билеты по номинальной цене, и даже иногда в течение какого-то времени повышаем эту цену. А бывают такие аншлаги, когда этот зал по большей части заполняют люди более старшего поколения, социальные, которые идут в театр по социальным расценкам. Это преимущественно те, кто любит спектакли театра, поставленные достаточно давно. Мы их стараемся бережно сохранять в репертуаре. Классические. Да, классические. Вот, те, кто беззаветно любит то, что делал художественный руководитель театра Евгений Владимирович Колобов. И, да, и мы, конечно, вот тоже судьба, я говорю, во многом из-за того, что я когда-то услышал спектакль с его участием, увидел, как человек умеет себя вести за пультом, как умеет руководить оркестром, я, будучи ребенком, попал на его спектакль «Сила судьбы». Это одно из самых сильных впечатлений в моей жизни. А вы, по-моему, еще уделяете внимание, потому что детям, я имею в виду, потому что как воспримет человек в детстве
Да. Спектакль, да. В принципе, так и определит. Можно же так отвадить от оперы. Как можно, от всего. Можно. Это слава богу, что я, когда был маленьким ребенком, я был подготовленным ребенком, потому что я слышал, папа все время занимался, папа пел. Я в 5 лет уже сидел за кулисами Пермского оперного театра, где отец работал, и слышал очень трудные оперы. В 6 лет это было вообще... История, когда меня не пустили на спектакль в Большой театр с участием моего отца, вернее, потом все-таки пустили, но бабушка встала просто горой, она сказала, у нас с 12 лет только ребенку можно, а мне было в то время 7. Вот, я вот так на нее посмотрел и сказал, а вы знаете, что я, между прочим, 2 года назад слушал Норму с Биешу в Симферополе на гастролях, а вы, наверное, даже такой опер не знаете. Она так опешила, что она меня пропустила. Вот. И я попал на «Пиковую даму» с моим отцом. Но это было тоже совершенно уникальное впечатление, когда вот эта и красота Большого театра, та еще красота, которую не надо пробовать, знаете, соскабливать вот эти все вещи и думать о том, из чего же это сделано. Сейчас же интерес вот такой, сейчас мы иногда и не слушать музыку приходим. Вот в то время, когда я учился в начале музыкальной школы, потом в музыкальном училище, мы все ходили только за тем, чтобы слушать музыку. Мы готовы были заболеть на следующий день чем угодно, но оставляя свое зимнее пальто в 30-градусный мороз в Мерликовском переулке, мы вот в рубашке бежали в большой зал консерватории и пробивались через этих же бабушек без билета на какие-то совершенно потрясающие концерты, говоря им, как вы нас не пускаете, мы только что вышли, вы просто не заметили, мы вот вышли на улицу просто подышать, потому что было душно, она смотрит, человек практически в одной легкой рубашке, 30 градусов, у нее клин в голове, и она нас пропускает. Вот мы ради этого, мы стояли ночами на Калининском проспекте в подземном переходе за билетами в Большой театр, пытаясь блеснуть перед девочками, которые учились либо на курс младше, либо на курс старше. Вот, поэтому все это было, это было замечательно. Но время изменилось. Время изменилось. Сейчас все гораздо быстрее, сейчас можно и оперу поставить 4-часовую, чтобы она шла не больше 2 часов, потому что, видимо, как бы формат... Знаете, когда на радио мы приносим песни, вот мы достаточно часто с тенорами 21 века приносим какие-то песни. Нам говорят, вы знаете, ну вот она же идет там 4 минуты 12 секунд, а надо, чтобы она шла 3 там сейчас. Я все это прекрасно знаю, но, понимаете, ну куплет хочется допить. Поэтому сейчас немножко действительно все другое, приходится пристраиваться. Вот. Но наша публика, она выдерживает много. Она выдерживает и 5-часового Вагнера, Тристана и Изольду, которую мы поставили там 3 года назад, и выдерживает Ромео и Джульетту Гуно, такой же огромный спектакль, который проходит по впечатлению еще быстрее. Ну и, а с другой стороны, как это, знаете, малый форм, Данон тоже все что-то маленькое. Знаете, как 2 композитора встречаются, над чем вы сейчас работаете. Говорит, а я, 8-ю симфонию написал, там 15 циклов романсов сам идет с Савойской, с пустыми бутылками. Вот. А второй на Мерседесе. А ты над чем работаешь? Все, я по малым формам. Вот это. Понятно. Какой лучший способ в детстве испортить ухо? И какой лучший способ его, так сказать, сделать качественным? Восприятие молодого человека, который с детства. Ну, и эти качества восприятия на слух и визуальное, оно, в общем, соседствует. Если меня привели в оперный театр, и я увидел Татьяну 65 лет, которая еле-еле поет, и я не верю, что она играет 18-летнюю девушку, то, естественно, больше, скорее всего, в оперный театр я больше не пойду. Это очень важное первое впечатление. Но что касается слуха, не знаю, я всегда считал, что вначале надо детей приучать к просмотру им понятного мультфильмов,
свое время, когда я был маленький, это были замечательные пластинки детские, из которых я, в общем-то, и научился. Я параллельно у меня уникальное хобби, я хотел сказать, как раз важен. Я собирал пластинки любые. Я тоже за ними стоял в очередь на том же Калининском проспекте в «Мелодии». Первый мама с папой собрали денег, первый подарок. Я вместо того, чтобы там что-то купить, я побежал покупать пластинки. Причем можете перечень? Мне очень нравится перечень. Набор дикий совершенно. Я сейчас вот до сих пор помню, 10 рублей мне выдали это. Страшные деньги по тем временам, по-моему, 78-й год или 77-й год, я купил полную запись оперы «Трубадур» в Джузеппе Верди. Это была моя любимая опера, потому что уже к этому времени у меня, по-моему, отец 8 или 10 спектаклей спел в Большом театре, самая любимая опера на тот момент. Дальше два альбома Демиса Руссоса. Альбом Аллы Пугачевой «Зеркало души» номер один. Вот. И пластинку группы «Зодиак», насколько я помню. Вот как-то так это было. Понятно. Это уместилось в 10 рублей. Одна пластинка была по рубль 45, другая там по 2 с чем-то. Вот и все это я заслушивал до дыр первые дни рождения. Естественно, Демис Руссос, «Зодиак» это шли на вот праздники. Я приносил эти пластинки к ребятам в школу, где мы учились. Это уже потом пошли там арабески, итальянская эстрада, Сан-Ремо и так далее. Все это шло в ход, когда надо было с девочкой медленный танец танцевать. Да. Поставил Альбана Рамина Пауэр, знаешь, что 20 минут, все хорошо. Нет, вот понятно, я как раз все-таки возвращаюсь к вопросу, на который я хотел бы, чтобы вы ответили. Значит, попса для детского уха. Это ограждать или не ограждать? Вот у людей есть дети, у детей есть телевизоры, есть вот эти все девайсы. Вот они это все слушают, они это все смотрят, на них этот поток, так сказать, идет. У меня есть устойчивое мнение, что если каким-то образом не фильтровать эту историю, то, во-первых, будет проблема с музыкальным художественным вкусом, во-вторых, будет проблема с правильностью восприятия слухового, то есть со слухом. Вот вы как человек профессиональный, вы мне или подтвердите, или опровергнете, я от вас отстану, дальше можете омолк. Будет, конечно, изменение восприятия, безусловно, но для этого, наверное, существуют и родители, существует и какая-то среда, в которой ребенок воспитывается. А самое главное, это благозвучие. То есть, если любая музыка, любого направления, будь то эстрадное направление, будь то... Ведь попса тоже разная бывает, она бывает замечательной. Вот, и когда нам говорят, ну что вы, например, скатываетесь из дома, мы не скатываемся, мы просто стараемся качественно петь любую хорошую музыку. Вот дело, которым я занимаюсь, как это называется, факультатив, это вот мое хобби. Вот сейчас тенора 21 века по должности моей работы, это мое хобби. Вот. Но это, знаете как, это родной ребенок, все остальное это то, чем я обязан заниматься по жизни. И вот это, в этом родном ребенке я все время пытаюсь воспитать самые лучшие качества. За 10 лет нашего существования, в этом году мы десятилетие отметили нашей творческой деятельности в этом проекте, мы спели 2000 произведений. Я сейчас недавно посчитал, мы сейчас готовим этот весь список, и это произведения совершенно разные. Но если мы говорим про советскую эстраду, мы поем те песни, на которые было воспитано наше поколение, это Бабаджанян, Пахмутова, Мартынов, совершенно потрясающие мелодисты, или представители прежнего поколения, там Дунаевский, Хреников, совершенно уникаль, да, Эшпайк, потрясающая совершенно музыка. Вот. С другой стороны, мы поем Queen, мы поем в тяжелом стиле песни из мультиков «Бременские музыканты», мы поем целую программу детских песен, которые, в общем-то, отрываемся по полной программе, когда здоровые взрослые мужики выходят и поют. Ну как от шлягера перейти к восприятию вот оперы? Я не совсем эмоциональное. Мы вообще все, что воспринимается эмоционально хорошо, то, что, знаете, вот оно нас не тупит, так если можно сказать. Потому что, ну, я по своим детям сужу. У меня дети разные, у меня есть пара взрослых детей, дочка 26 лет, которую я пытался, когда
когда-то воспитывать именно тоже на своих, по своему подобию такому. То есть у нее тоже был проигрыватель. Правда, для меня это было чудовищно, когда в 6 утра я в ужасе просыпался от того, что в соседней комнате, вот ровно в 6 часов она просыпалась, и ей было 3 годика всего, и она сама научилась это ставить. Проигрыватель она ставила. И вот это я та-д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 а-
Вот. Но она училась на этом. И потом она вдруг начала воспринимать музыку вот красивую, под которую танцуют. Она восприняла любую хорошую музыку, под которую люди танцевали. Она пыталась сама заниматься балетом. Мой сын, который не пошел по музыке, он заканчивает МФТИ в этом году. Вот. Но он в детстве, у него был очень хороший слух. Он пел тоже какие-то детские песни, очень жалобно, так красиво, хорошо. Нам всем это очень нравилось, мы умилялись. Но вот он по музыке не пошел. А дочка, которая у меня сейчас маленькая, 3,5 года, ну я вообще иногда даже поражаюсь, я себя вспоминаю, я думаю, а был ли у меня, например, такой слух, я мог ли я повторить эту мелодию. Причем она поет разное, но как-то так получается, что и просматривая мультики и наши, и какие-то западные, она как-то умудряется выбирать что-то такое красивое и мелодичное. Я не знаю, вот у меня было очень сложно, я воспитан в классической среди в семье, мама с папой больше любили классику, и до поры до времени, вот эстрада красивая, это хорошо, а вот рок-музыка, это у нас в доме никогда не было. И только когда меня один мой товарищ юноша в училище московском, в училище мне 16 лет был, ужас какой. В 16 лет я впервые услышал вот два первых альбома группы Queen, и вот тогда я понял, что оказывается это тоже есть. И когда я свою любимую девушку на тот момент уже в 88 году привел вот это, на этот марафон в Лужники, когда у меня мама узнала, что я туда пошел, она не понимала, что вообще происходит. Вот это сколько там, 12-16 часов это было. Я купил вот эту майку, на которой было на белую, и себе, и ей. И я... Поэтому вы где-то сказали про Тото Кутуни, что первое впечатление о нем было, и чем он вас поразил, что как же так, итальянец и поет не оперным голосом. То есть это нонсенс был. Это был для меня нонсенс. А потом я увидел вот этот целый пласт этих артистов. Там еще до этого Клаудио Вилла и Доменико Модуньо, которые они пели. Ну, Модуньо все-таки ближе к Тото, а Клаудио Вилла ближе все-таки к почти оперным певцам. Замечательно. Но песни-то какие красивые. Я говорю, песню Воляра я, например, полюбил сразу. Потом, опять же, клин в голове услышал ее в разных совершенно исполнениях, то в ритмичном, то даже в ритме босановой. Джипси Кин, по-моему. Да. И вдруг неожиданно я слышу альбом Лючано Паваротти, в котором он поет воляры по-своему, абсолютно как классическим оперным голосом. Ну, то есть жанры музыки, понятно. А вот авторская песня, это вообще музыка или это что такое? Когда вот на трех аккордах выходит, да, какие-то... Да простят меня мои друзья, с которыми я странные общался, люди. И сам я всегда говорил, что я не могу играть на гитаре, потому что я пианист, иначе я испорчу себе подушечки пальцев. Вот, и поэтому все эти песни я пытался играть, аккомпанируя себе на рояле. Безусловно, я отмечал, что там, где есть действительно хорошая поэзия и хотя бы какая-то мелодия, вот, знаете, то я сам эти песни пел. Но посещение один раз Грушинского фестиваля у меня на всю жизнь отбило всякую любовь. В общем, к этому. Знаете, как называется? Бардовская песня. Это не музыка, нет. Это не стихи, нет. Это секта. Вот, то есть, ну, да простят меня. В общем, нет, у меня стояли пластинки. Я очень любил Егорова, кстати говоря. Вадим Егоров даже приезжал к нам в лагерь в свое время, в пионерский, в Анапу, и дал нам концерт. Я, простите, стырил у него две песни, и потом я эти песни просто везде пел. Нет, я люблю любую хорошую музыку. Потом
бардовская песня у нас, шансон, например, во Франции. Но это же совершенно уникальная история, когда человек, не обладающий каким-то серьезным голосом, например, как Шарль Азнавур, поет такие концерты, на которые не просто хочется ходить, их можно часами смотреть, и это совершенно фантастично. То есть личность здесь, конечно, определяет. Она определяет везде. Вот кто-то любит опорного полузащитника, а кто-то любит десятого номера. Знаете, вот опорный полузащитник, кроме Франца Бекенбауэра, в общем-то, не было практически никого, кто является действительно личностью по-настоящему. Но десятый номер это все равно вот это то творческое начало, которое несется. Присутствовал на матче 5-0 Россия-Португалия, когда Федор Черенков играл, ну, так, как я не видел никогда. Я никогда не болел за «Спартак». Вообще удивительная штука, я болел за «Минское Динамо» времен Малафеева. Потом уже стал болеть за другие команды, которые мне нравились по стилю игры. Меня все время приучали болеть за ЦСКА. Вся семья, в общем-то, она как бы оттуда. Но я никогда не болел за ЦСКА, я никогда не хотел полететь в космос, хотя Виктор Горбатко, замечательный космонавт, он меня лично спрашивал: ну что, говорит, Митька, космонавтом хочешь быть? Я говорю: нет. Для него это был такой ужас, что вообще ребенок может такое ответить. Не хотел быть космонавтом. Ты ролик будешь ставить или не будешь? Ну, мы про Валяры поговорили. Ну, что, мы имеем смысл? У нас имеет просто смысл. Остается время. Так говорим или слушаем? Да, говорим или слушаем. Еще раз, говорим или слушаем? Как скажете. Я просто потом посоветую зрителям послушать, найти замечательный ролик ваш, который есть в Ютубе. Которых много в Ютубе. Ну, это конкретный ролик. Ну, песня «Валяры», про которую мы говорили. Да, «Валяры» – это именно арт-проект тенора 21 века. А мы поговорим. Говорите. Вот так, давайте. Хитро. Да. Что про марки? Нет, я хотел спросить. По маркам я изучил всю историю живописи. Поэтому... Ты что? Да, я собирал именно живопись. Мне говорили, что надо собирать самолетики, пароходы и какие-то еще вещи. Вот. Но я немножко собирал животных. Причем я собирал, по-моему, марки только страны, которые выпускали. Вот выпускали марки Бурунди. Страна выпускала красивые. Мне совершенно было все равно, гашеная она, не гашеная, сколько она стоит. Я не стал коллекционером. Я воспринимал это как вот эстетической точки зрения, да. Бурунди это не принц Флоризеля сейчас не было? Ну, может быть, но я помню, что я зато изучил столицу всех этих стран, Бужумбура, столица Бурунди. Вот. И действительно, я влюбился в творчество фламандцев, нашего Айвазовского и Васильева, в пейзаже Васильева, вот эти картины. Ну, надеюсь, потом все-таки посмотрели? Конечно, посмотрел. Знаете, у меня очень хорошая мама. Я ей безумно благодарен за то, что она устраивала вот такие походы и по музеям, и отпускала меня в какие-то... Да, Москве повезло еще. Экскурсии. Много всего у нас в Москве, в наше время только. Наверное, правильное было решение когда-то покинуть Москву на 6 лет в Екатеринбурге, потом еще на 6 в Самаре. Это время оно серьезно закалило, но я, конечно, всю жизнь мечтал вернуться в свой родной город, который я очень люблю, Москву. И сейчас, проезжая по тем местам, в которых я родился, в которых я жил, это я сейчас живу на Савеловской, а когда-то я жил на Большой Академической улице, на Войковской. Бабушка моя жила на проспекте Мира. Ну, тоже как время меняется, уникально. Я помню себя маленьким, мне 3-3,5 года. Я забираюсь на подоконник, она жила на 14 этаже, и я играл в такую игру, делать-то нечего было. Вот, я играл в такую игру, я считал за определенный промежуток времени, сколько машин в разные стороны поедет и кто выиграет. Но вообще азарт был всегда. Это я потом в букмекерских конторах начал играть. Это уже у меня семья много хобби. Азартная была. В преферанс, в лото, щупать шарики вот эти 7-7. Я могу
В мешке найти. Без равных в мешке найти, да. А вот один раз нашел 22, ужасное было разочарование. Опасный человек. Да. Было дело. Вот, и, конечно же, вот это все, вот эти воспоминания, они были уникальны. Но я некоторые вещи не понимал. Я очень хорошо помню, как меня в школе, я пришел в очень серьезную школу. Сейчас все эти люди стали очень достаточно известными, интересными специалистами. Я пришел в эту школу, и мне сказали: мальчик, а ты умеешь читать Библию? Я говорю: что, кого? Я не понял, бегло, я не понял, что тетя произнесла. Я говорю: нет, не умею. Ну тогда скажи, что это за буквы. Я говорю: это дидактический материал. Сказал, я вот. Она говорит: ты же сказал, что ты не умеешь. Я говорю: ну я у меня какого-то бегло. Бегло не умею. Да, вот. Хорошее образование. Мы все остались, слава богу, в том, с того времени, так скажем, когда и в Москве, и вообще в нашей стране давали хорошее образование. Я застал и в музыкальном училище последних удивительных специалистов. Вот, так что, наверное, очень везучий человек. Спасибо. И скажите, вы в караоке поете? Надо. Нет, ну, нет, это... Знаете как? Ну, я же за любой кипиш, кроме голодовки, поэтому... Ушли от ответа. Если с хорошей девушкой, ну, когда-то, конечно, пел. Пел. Вот. Сейчас просто девушка уже есть, поэтому что, дома чё, могу дома. Чё идти в караоке? Ну, вот, к сожалению, время неумолимо и быстро, и приятно. Большое спасибо. И я хочу поблагодарить нашего гостя, Дмитрия. Большое спасибо, что пришли к нам. Спасибо вам. И поблагодарить наших зрителей, которые с нами оставались. А в программе «Хоббиты» были хоббиты Анатолий Качанов, Евгений Калинин. Всего доброго уже. Всего доброго. До свидания. Спасибо.